Круглая дата – это не только праздник, но и очередной этап, на котором подводятся итоги пройденного пути и точка отсчета, от которой начинается реализация новых планов и рассчитывается дальнейшая перспектива. Два десятилетия назад было подписано окончательное соглашение о разделе продукции. Документа, регламентирующего взаимоотношения консорциума «Карачаганак Петролиум Оперейтинг БиВи» с казахстанской стороной. Сегодня успешное освоение Карачаганака неразрывно связано с передачей современных технологий и передового опыта, накопленного компаниями-партнерами по карачаганакскому проекту. Royal Dutch Shell, Eni, Chevron, Лукойл и АО НК «Казмунайгаз». Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение с полным основанием считается уникальным. Запасы Карачаганака составляют около 1,2 миллиардов тонн нефти и конденсата, 1,35 триллиона кубических метров газа. Разработка месторождения стартовала в 1984 году. Но именно с подписанием ОСРП 20 лет назад началась новейшая история Карачаганака. На ее первом этапе он стал огромной строительной площадкой, на которой на пике переоснащения трудились до 20 тысяч работников. Более 5 тысяч казахстанских компаний получили контракты на поставку товаров и услуг. Сегодня Карачаганак в стране занимает одно из лидирующих мест по объему добычи и по динамике добычи, вносит свою мощнейшую лепту в развитие экономики не только Западного Казахстана, а всей страны. Вообще, просто, наверное, стоит сказать, что в развитие Карачаганака уже на сегодняшний день вложено более 22 миллиардов долларов США. Партнеры по карачаганакскому проекту, акционеры Карачаганака, активно поддерживают все государственные начинания, участвуют в государственных программах, хорошая социальная программа у КПО. И, конечно, неплохо взаимодействует с местной властью, с акиматом, открывая новые социальные рабочие места, реализуя новые социальные проекты, дороги, детские сады, ну, и газификацию и так далее, делая свой вклад в развитие социальной сферы страны. Сегодня, оглядываясь назад, я хочу сказать, что и акционерам Карачаганак Петролиум Оперейтинг, и коллективу, и руководству есть чем гордиться. И есть куда идти вперед. Ну а для народа Казахстана, я еще раз повторюсь, что это как жемчужина в короне нефтегазового комплекса, одна из главных жемчужин. Освоение карачаганакского месторождения является одним из основных факторов, способствующих росту экономики региона и развитию местной промышленности. Партнеры по карачаганакскому проекту поддерживают государственные инициативы и программы в сфере индустриально-инновационного развития. Являясь социально ответственной компанией, активно привлекающей местные подрядные организации к закупкам товаров и услуг, КПО подает положительный пример организациям, чья деятельность нацелена на устойчивое развитие. Укрепление индустриального сектора региона является одним из ключевых приоритетов. В этой связи, согласно задачам, поставленным главой государства, проводится масштабная работа по поддержке отечественных производителей и повышению конкурентоспособности местных предприятий. Это дает возможность их более широкого участия в крупных инвестиционных проектах, таких как Карачаганак. Эта работа выполняется совместно с Министерством энергетики, уполномоченными органами и КПО, а также казахстанскими и зарубежными сервисными инжиниринговыми компаниями. Она нацелена на освоение производства высокотехнологичной продукции, способной обеспечить местные предприятия долгосрочными, стабильными и выгодными заказами. По оценкам экспертов, за два прошедших десятилетия Карачаганак достиг высоких результатов. За это время пройден огромный путь, позволивший вывести производство на качественно новый уровень. В результате были модернизированы существующие мощности и введен в строй целый ряд новых объектов. Работая в тесном сотрудничестве с акиматом ЗКО и полномочным органом ТОО PSA, мы применяем новейшие технологии, обеспечивающие увеличение поступлений в бюджет региона и страны.
Наше плодотворное партнерство с Республикой Казахстан обеспечивает соответствие производственных планов КПО с государственными задачами, что является залогом для успешного освоения природных запасов страны и обеспечивает преимущества для национальной экономики. КПО руководствуется такими принципами ведения бизнеса, как устойчивое развитие и повышение эффективности производственной деятельности. Накопленный опыт взаимовыгодного партнерства и в дальнейшем будет способствовать достижению высоких производственных результатов на Карачаганаке, по праву считающимся локомотивом экономики страны. Достижения КПО являются результатом благоприятного инвестиционного климата, созданного в суверенном Казахстане. Еще на заре независимости президент Нурсултан Назарбаев принял стратегически важное решение, открыв дорогу иностранным инвестициям. Благодаря этому дальновидному и мудрому шагу удалось успешно преодолеть кризис 90-х и создать условия для динамичного развития страны. Глава государства неоднократно посещал Карачаганак, присутствовал на открытии новых объектов и отмечал его особую роль в развитии нефтегазовой отрасли страны. Все мы знаем, что Казахстан уже вошел в число 50 конкурентных стран и поставил новую цель – встать вровень с 30 развитыми государствами. Это стало возможным в том числе за счет созданного в стране благоприятного инвестиционного климата. В настоящее время наша страна в числе лидеров по объему привлеченных в экономику инвестиций. И КПО в том числе инвестирует в развитие Карачаганака с проекта «Многомиллиардные средства». Лидер нации во время визита Приуралья дал старт работы на месторождении многим важнейшим объектам. Например, электростанции, перерабатывающего комплекса, нефтепроводу Карачаганак, Большой Чаган, Атрау, который соединил месторождение с Каспийским трубопроводным консорциумом и открывшего казахстанским углеводородом путь на внешние рынки. Результаты пройденного пути за два десятилетия, конечно, впечатляют. При этом нужно учитывать, что месторождение имеет огромный потенциал и на перспективу тоже. За два десятилетия введены в строй новые промышленные объекты, являющиеся примером внедрения самых передовых технологий добычи и переработки углеводородного сырья, обеспечивающие к тому же производственную и экологическую безопасность месторождения. Слаженная работа всегда дает лучший результат. Эту непреложную истину также подтвердил Карачаганак. Для представления государственных интересов в соглашениях о разделе продукции правительством Республики Казахстан был назначен полномочный орган – ТОО PSA. Отношения КПО с казахстанской стороной всегда строились на принципах взаимопонимания и партнерства. 20-летний юбилей КПО является важной вехой не только для огромного многонационального коллектива компании, но и также для Республики Казахстан. Мы напрямую заинтересованы в эффективной разработке Карачаганака. Прямые поступления в республиканский бюджет от проекта включают долю в прибыльном сырье и обязательные платежи в бюджет. С начала действия окончательного соглашения о разделе продукции в освоение месторождения инвестировано около 22 миллиардов долларов США. За этот же период поступления в бюджет составили свыше 26 миллиардов долларов США в виде доли прибыльной продукции и налогов. Благодаря нашим совместным с КПО усилиям по оптимизации бюджетов проекта, на сегодняшний день удельные показатели операционных затрат на баррель нефтяного эквивалента, добытого на месторождении, являются одними из лучших не только в нашей стране, но и во всем мире. Отмечу, что в долгосрочной перспективе мы ожидаем рост общей доходности проекта как для нашей страны, так и для акционеров за счет планируемых капитальных проектов, в том числе проекта расширения Карачаганакского месторождения. Первыми в переговорный процесс по Карачаганаку в далеких 90-х вступили компании из Италии и Великобритании. Их представители участвовали в этапном событии – подписании ОСРП, которое состоялось в ноябре 1997 года. Партнеры по консорциуму поставили своей целью модернизацию и переоснащение промысла до уровня мировых стандартов.
Работа в гармонии с окружающей средой на таком технически сложном месторождении, как Карачаганак, является сложной задачей, решение которой требует постоянных усилий сотрудников КПО и материнских компаний. Основная цель – обеспечение безопасной эксплуатации производственных объектов, минимизация экологического воздействия и соблюдение всех требований законодательства Республики Казахстан. В реализацию природоохранных мероприятий в течение двух последних десятилетий КПО инвестировало свыше 300 миллионов долларов. Стратегия инвесторов Карачаганака вполне соответствует целям зеленой экономики, построение которой президент Нурсултан Назарбаев назвал одним из основных приоритетов государственной политики. Карачаганак является одним из крупнейших и одновременно сложнейших с точки зрения эксплуатации нефтегазоконденсатных месторождений в Казахстане и, возможно, во всем мире. Все технологии и технические решения, применяемые на Карачаганаке, всегда являются примером самых передовых достижений отрасли, что позволяет компании КПО добиваться эффективного решения сложнейших задач, не имеющих аналогов. Внедрение передовых международных методов работы обеспечивает безопасное производство работ на месторождении. При этом проводимые работы направлены на максимальное снижение любого вредного воздействия на окружающую среду региона. В 2016 году показатель утилизации газа в КПО составил 99,84%. Достижение столь впечатляющего результата стало возможным благодаря общей стратегии КПО и государственных органов по поддержанию высоких стандартов в сфере охраны окружающей среды и безопасного производства за счет широкого применения и продвижения программы повышения осведомленности в вопросах ОТ, ТБ и ООС. Рост производительности и обеспечение процветающего будущего невозможно без квалифицированного и компетентного персонала. Сложное и дорогостоящее нефтегазовое оборудование можно доверить только в умелые руки грамотных специалистов. В их подготовку и повышение квалификации постоянно вкладываются немалые инвестиции. Компания КПО первая на территории СНГ внедрила методику обучения, обеспечивающую высокое мастерство персонала всех уровней. Компания Карачаганак Petroleum Operating является одним из крупнейших работодателей в Западно-Казахстанской области. Сотрудников КПО отличает высокий профессиональный уровень, ориентация на результат, инициативность, способность к обучению и практическому использованию полученных знаний, а также приверженность корпоративным ценностям. Вклад таких единомышленников в лице сотрудников и подрядчиков КПО лег в основу успешной реализации Карачаганакского проекта, который, вне всякого сомнения, стал флагманом отечественной экономики. С момента подписания ОСРП в обучении казахстанских специалистов компаниями-партнерами по КПО было инвестировано более 200 миллионов долларов. При этом компания использовала международный опыт преподавателей известных британских институтов, методики подготовки без отрыва от производства и обучение состава менеджеров в институтах Великобритании и Италии. КПО ведет планомерную работу по развитию потенциала местных сотрудников. Компания выполняет свои обязательства по увеличению местного содержания в кадрах и постоянно реализует программы профессионального роста, позволяющие казахстанским сотрудникам повышать свою квалификацию для последующей замены иностранных специалистов. Разработка Карачаганакского месторождения продолжится до 2038 года, поэтому повышение потенциала высококвалифицированных и талантливых местных специалистов и далее останется приоритетным направлением в работе компании. КПО и компании-партнеры по Карачаганаку остаются верны своим обязательствам, касающимся укрепления местного потенциала. Цели программы местного содержания КПО полностью совпадают с инициативой РК по созданию благоприятных условий для развития национальной индустрии и повышения участия казахстанских компаний в крупных нефтегазовых проектах, таких как Карачаганак. КПО активно способствует развитию местных поставщиков товаров и услуг и реализует целый ряд
ряд проектов в поддержку местного производства. Эти проекты нацелены на сотрудничество между иностранными и местными товаропроизводителями, обеспечивая возможность их взаимной интеграции и передачи передовых технологий в индустриальный сектор Республики Казахстан. Перспективным направлением также является создание совместных предприятий, при котором новейшие технологии передаются казахстанским компаниям, что наилучшим образом сказывается на росте их конкурентоспособности. Одним из важнейших приоритетов КПО является максимальное казахстанское участие в проекте. Эта стратегия касается всех сфер и направлений деятельности Карачаганакского проекта. За два прошедших десятилетия у КПО сложились долгосрочные партнерские отношения со многими казахстанскими предприятиями. КПО оказывает содействие в повышении потенциала отечественных производителей и поставщиков товаров и услуг и передаче им передового опыта, внося таким образом вклад в устойчивое развитие казахстанской нефтегазовой отрасли. В 2016 году доля местного содержания в КПО в закупках товаров, работ и услуг достигла 51,6%, что в денежном выражении составило около 530 миллионов долларов США. В целом, реализация проектов КПО по развитию местного содержания продвигается очень успешно. Опыт работы, полученный на Карачаганаке, открывает перед казахстанскими компаниями перспективы участия во многих других проектах, как в Казахстане, так и за его пределами. Карачаганак Петролиум Оперейтинг является одной из первых нефтегазовых компаний Республики Казахстан, которая успешно внедрила программу развития казахстанского содержания. Данная программа обновляется каждые два года и учитывает все задачи и цели государственных и отраслевых программ Республики Казахстан. В данное время в базе данных нашей компании зарегистрировано свыше 4000 предприятий Республики Казахстан. С момента подписания окончательного соглашения о разделе продукции, то есть с 1997 года, местное содержание в товарах, работах и услугах превысило 6 миллиардов долларов США. В последнее время наиболее актуальным в нашей работе является повышение казахстанского содержания в производстве товаров. Поддержка местного сообщества Бурлинского района и города Аксая, который является административным центром карачаганакского месторождения, является важной задачей, имеющей приоритетное значение. Ежегодно реализуется большое количество инициатив, направленных на решение самых насущных вопросов Бурлинского района. Беспрецедентным и масштабным является проект по переселению сел Березовка и Бестау. Решение о переселении было принято правительством страны в связи с будущим расширением санитарно-защитной зоны Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. В рамках проекта новоселам с учетом их пожеланий было предоставлено новое жилье в многоквартирных или индивидуальных благоустроенных домах, а сам процесс переезда был проведен в полном соответствии с международными нормами и законодательством Республики Казахстан. Каждый год на реализацию социальных проектов в Западно-Казахстанской области КПО выделяет 20 миллионов долларов. Приоритетность объектов определяется совместно с областным акиматом, а возводятся они только казахстанскими строительными компаниями. Все, что построено по заказу КПО, качественно, красиво и долговечно. За два десятилетия деятельности КПО в развитие социальной инфраструктуры региона было инвестировано более 300 миллионов долларов США. Карачаганакские инвестиции положительно сказались на социальном переустройстве Западного Казахстана. Жители Западного Казахстана по праву гордятся такими объектами, как Казахский драматический театр, Ледовый дворец, кардиологический центр. На средства КПО ежегодно строятся новые школы, детские сады, больницы и дома культуры. Ремонтируются дороги и инженерные сети. Благодаря поддержке со стороны Министерства энергетики РК, полномочного органа и руководства области, успешная реализация Карачаганакского проекта сказывается на динамике социально-экономического развития и росте благосостояния жителей Приуралья. Этапы большого пути запечатлены в экспозициях Аксайского районного музея, где в преддверии юбилея особенно много посетителей.
Работать на Карачаганаке почетно и ответственно. Именно в нашем районе особенно высок престиж образования, поскольку на месторождении ценятся знания, мастерство, умелые рабочие руки, а также нацеленность не только на личный, но и коллективный успех. Считаю, что Карачаганак еще и хороший воспитатель. Думаю, что отдачу Карачаганака, его влияние на качество жизни почувствовали все западноказахстанцы. Карачаганак, признанный проектом мирового класса, уверенно смотрит в будущее. Компании-партнеры в сотрудничестве с правительством республики определили планы по дальнейшему освоению карачаганакского проекта. Новый этап развития будет иметь большое значение для экономики страны. Следующий этап освоения карачаганакского месторождения станет важным проектом, реализация которого принесет немало преимуществ как для западно-казахстанской области, так и в целом для всей республики. Более широкое применение передовых технологий добычи и обратной закачки, уже используемых на Карачаганаке, позволит нарастить объемы извлекаемых жидких углеводородов и увеличить их экспорт с целью получения более высокой прибыли для Республики Казахстан и компаний-акционеров. Проект расширения Карачаганака будет связан с поступлением новых инвестиций, внедрением инновационных технологий, созданием дополнительных рабочих мест и новых возможностей для казахстанских предприятий. Окончательное соглашение по разделу продукции заключено до 2038 года. Пройдена только половина намеченного пути. Значит, впереди большая работа, нацеленная на устойчивое развитие и закрепление достигнутых успехов. Выступая за социально ответственное партнерство, КПО продолжит стремиться к новым производственным высотам на благо Республики Казахстан и партнеров по Карачаганакскому проекту.